Всем привет, вы на канале Просто Детки, и у нас очередной обзор игры Шарарам. Сегодня пятница, вышел новый квест, и давайте с ним знакомиться. Итак, я вот никого не буду разыгрывать на 1 апреля. Ах да, это же завтра 1 апреля, везде розыгрыши. Розыгрыши? Какие розыгрыши? Нет. Эй, вы что-то задумали? Я нет. И я не сяго. Эй, смешарик, выходит, ты что-то задумал? Значит, хочешь нас разыграть, да? А, итак, задание. Устрой розыгрыш с сиреной или джибером. В награду получишь смешутку на выбор. А что делать, подскажет иконка. Ну что же. А где это мы вообще находимся? Так, я как всегда открыл клуб. Вдруг кому-то что-нибудь понадобится. А мы пойдем разыгрывать всех и вся. Так, сколько можно уже нам дополнительную информацию предоставлять? Шутки начинаются. Приходи в Дом Звезд и выбери артиста, с которым хочешь устроить розыгрыш. Так, Джибер, давайте начнем с Джибера. Такс, никто не подозревает, что я задумал шикарные розыгрыши. Присоединяйся. Хорошо, а что мы будем делать? Мы разыграем всех звезд, да-да, и даже сирену. Ну, так что, согласен помочь мне с розыгрышами? Конечно, согласен. Выбираю тебя, Джибер. Тем более, что я думаю, а нам потом можно будет и за сирену сыграть. Спасибо, что выбрал меня. Я подготовил все для розыгрышей. Теперь найди артистов в Шарараме и разыграй их. Ого. Давайте искать. Вот на главной площади все по 999. Ага, ну еще ж не 1 апреля. Ладно. Вообще акция, конечно, крутая. Столько, наверное, ни у кого нет румбиков. Так, в лесу я нашел здесь кучу артистов. Ну, лосяш, наверное, не считается. Ага, разыграй сумрака. Рррр, лампы в софитах перегорели. И теперь начнем... А, нечем осветить сцену. Собери для сумрака шуточный светильник. Откуда ж он начинается? Давайте попробуем... Отсюда. Ага. Теперь, наверное, будет легче. Получается, одну часть мы собрали. А остальные уже как по маслу должны ложиться у нас. Как-то так вот, да? Точно. И что еще? Это вот сверху. И последний кусочек. Ой. Все, без проблем. Шалость удалась. Ау, концерт отменяется. Луна превратила меня в волка. И теперь я только и могу что выть. Надеюсь, других артистов так не разыграют. Какой-то не очень классный розыгрыш, да? Кого-то превратить в волка. Ладно, идем дальше. Так, Аяша, это тоже артист? Ту-ту, чу-чух, чу-чух, чу-чу-чу-чу, ту-ту. Яша, очнись, что с тобой? Укачала меня от танцев. Чу-чух, чу-чух, чу-чу. Да уж, ты совсем ту-ту. Ту, Лига Героев открыла свой клуб в метро. Беги туда, будем чу-чухать вместе. Это то... А, это-то мне и нужно. А куда... Как туда попасть? Понятно, купить карту. Ясно, без нас. На год карту надо покупать. А смотрите, на кого похож Эй-Джей. Может, его уже кто-то разыграл? Так, разыграй Эй-Джея. Хей, бро, помоги мне выбрать крутую бейсболку для рэп-баттла. Выбери бейсболку, наполненную спагетти. У нее нет пары. А где спагетти? Нет пары. Так, ладно, смотрим на первую. Оранжевый козырек. Розовый задник. Есть такая. Дальше, следующая внизу. Тоже есть. Вот справа она. Дальше слева, вот ближе к центру. Получается оранжевый козырек. Розовая. Тоже пара есть. Дальше. Получается оранжевая.
По-моему, вот этой вот нету, вот этой, если не ошибаюсь. Сейчас я проверю. Так, вроде бы это. Отвечаем. Шалость удалась, смотрите. Кепка со спагетти. Какой он злой теперь стал. Но это лучше, чем волка превратиться, правда ведь? Бррр, кто-то подсунул мне спагетти и бейсболку. Надеюсь, других артистов так не разыграют. Но так, конечно, не разыграют, только разве что хуже. А мы идем дальше. А вот самое, наверное, интересное. Сирена наша. Разыграй сирену. Цз, не отвлекай меня, у меня важный разговор с продюсером. Узнай номер телефона сирены, замени буквы их номерами в алфавите. Какой-то быстрый рок-код. Ого. Так, что-то у меня получилось такое неимоверно длинное вообще число. Телефонный номер. Сомневаюсь, что оно правильное. Давайте попробуем. Не, а что ж я не так сделал, слушайте. Так, пробую еще раз, перепроверил. О, теперь правильно. Шалость удалась. Кто-то сдал фанам мой номер. Они звонили мне непрерывно. И я не поговорила с продюсером. Надеюсь, других артистов так не разыграют. Бедная сирена. Идем дальше. А вот и наша красавица Сяо Мяо. Разыграй Сяо Мяо. Сусы. Скорее принеси мне настоящие японские сусы. Иначе я не смогу петь. А где же их взять? Надо было с нее сначала начинать, теперь придется ждать еще, пока созреют сусы. Так, ага, 7 минут. Ну, 7 минут подождать можно. Так, это получается Крош, что ли, делает наши суши? Привет, ежик. Ой, ты не ежик. Я тут готовлю классные суши, а с маринованной морковью. Угощайся, если хочешь. Понятно, я думал, его тоже можно будет разыграть. А жаль. Так, ну а пока мы ждем суши... Я немного почитаю ваши сообщения. Вот подсказывают. Птица в Египте. Как всегда, подсказка от Пина. Давайте слетаем в Египет. Где у нас Египет? Вот Египет. Паспорт у меня и виза есть. Сделал уже когда-то. И поехали в Египет. Даже мои модные очки вон в зеркале заднего вида отображаются. Так, капитан Лео. Хочешь подарок? Продолжи текст песенки про птиц. Снегири. Да, была такая песенка Иванушек Интернешнл. А, снегири, нигири. Так. Снегири... Не гвозди, снегири, не сахар, снегири, не киви. Прикольно. Снегири все-таки нигири. А, так. Говорящий попугай. Класс. Вот это... Его я точно в свой домик когда-нибудь поставлю. Спасибо Пину. Так, завтра Шарарам прилетит другая птица. Найди ее, ответь на вопрос и получи другой подарок. Круто. Можно идти теперь в клуб. Так, ладно, для начала, друзья. Кто там хотел? Опять 70 человек. Это не считая тех, кого я добавлял между записью, кто просил. И ваши подарки. Шефа, братуха, клубника, сыщик. Супер Лео, так, Сиби Бом, Мирослава, Егор, Лёша, Абьяр, Энки, Бадайка, Шика, Сяо Мяо Ня, Кё-Кё, Картинка, Мира, Рыжик, Ялта, Алёша, Басик, набор цифр, Дашонок, Костик, Клэшер, Кэт Про, а, это Кэт Про просил ключ, Вика, Чивуняшка, Яркий Игрок, Олжас, Бази, Будя, Кэт Про, Котичка. Все, 30 подарков, 10 остальные в следующий раз. Так, пока есть время, прочитаю пару ваших сообщений. Но это слишком много передать привет, то есть просто передаю привет семье Коншиной. Опять не помню ударение, может быть так. Так, 7 апреля квест «Подарок от фараона», обязательно пройдем. Вот что-то я немного не понял. 13.00 будет новый клуб. Круто. И акция. Я продаю Шарарам карту за 999 рубликов с 1 апреля. Это то, что мы видели на главной площади, наверное. Так, ну вот Крош тут наварганил еще суши нам. Нам-то, в принципе, оставалось всего парочку их собрать. Поэтому идем к Сяо Мяо. По-моему, в морском порту, да? Или где она была? Да, вот. Шалость удалась. Чу, сито ты мне подсунул.
Из-за твоих сус и мне хочется петь песни про морковь. Надеюсь, других артистов так не разыграют. Шикарно, все розыгрыши удались. Я жду тебя в Сити, устроим прикол покруче. Ничего себе, что ж там еще круче? Ого, а где кто? Записка. Ха, как тебе такой розыгрыш, Джибер? Эта сцена была заколдованной ловушкой. Ты здесь отдыхай, а мы пойдем тусить в диско. Чмок. Кто же это написал? Непоняточка какая-то. Кто-то превратил Джибера в лужу. Ищи виновника в диско. Побежали? Только Злобику смог такое сделать, мне кажется. Так, стражник. Ничего себе, на входе какой стражник. О, ну и вид у тебя. Вход в диско закрыт. Как закрыт? Да ты вообще знаешь, кто я? А ну-ка, впускай. Не могу я. Диско закрыто на маскарад. Найдешь наряд, пропущу. Ладно, так и быть. А как именно нужно нарядиться? А чтобы попасть на маскарад, в диско тебе нужен крутой наряд. Ищи его в самых модных шарарам местах. Найди костюм для вечеринки, надень его и вернись к стражнику. Ничего себе, где же его найти? Наверное, где у нас здесь? Смешмах, дом мод, самое модное место там же, по идее. Ага, и что? Смени имидж. А какой же мне костюм надо? Не, конечно, я не буду за смешинки его покупать. Может, нам нужно не сюда, слушайте? Тут все дорого как-то. Ага, вот. Наряд для маскарада. Так, маскарадный костюм. Патиссон. На один день. Надень костюм и возвращайся к стражнику на площадь у диска. Вот так-то проще. Бесплатно еще костюм дали. Ха. Не прикольно. Еще и с крылышками. Ну уже, давай, одевайся. Да, совсем не прикольно. Ну, смешно, конечно. Так, площадь перед диско, да. Ну что, стражник. Идеальный костюм. Добро пожаловать на овощной маскарад. Это что, Нюша была такая? Как она превратилась в такого стражника? А ну-ка, Нюша, признавайся. Хи-хи, я тебя разыграла. Нет в диско никакого овощного маскарада. А костюмчик тебе очень идет. Ну и дела, Нюша. Ладно, тогда я обхожу. Итак, черный корсар. Йо-хо-хо, хо-хо-хо. Ага, я нашел записку и теперь все знаю, пират. Ты ничего не знаешь или знаешь? Это ты устроил розыгрыш и превратил моего друга в лужу. Да, я использовал немного пиратской магии для того розыгрыша. Подурачились и хватит, расскажи, как расколдовать лужу обратно. Ладно, не сердись. Чтобы превратить лужу обратно в артиста, найди сундук в каньоне. В нем спрятано особое зелье. Каньон, сундук, зелье, все понятно. Идем в каньон, да? Только чувствую, тут не все так просто будет. За сундуком. Так, достань сундук. Йо-хо, я спрятал сундук с зельем на самой вершине этого утеса. Набери 50 баллов, чтобы допрыгнуть до сундука и спасти артиста. Так, перемещаться стрелочками, прыгать. Кнопка пробел. Ну что, попробуем? Ага, вот так вот. Прикольно. Только главное успеть вовремя. 50 баллов нужно, да? Или время тут не идет, подождите. А, тут, наверное, время не идет. Я думал, тут еще и на время нужно. Начал спешить. Оказывается, тут просто нужно все аккуратно делать. И будет нам счастье. А Джиберу опять его тело. Так тут, по идее, вообще ничего сложного. Главное не делать резких движений, не спешить.
Я тут вообще на лягушку на какую-то похож. Так, прыгаю высоко прям. Вот, смотрите, уже почти 50 баллов, еще ни одной ошибки. Может, для приличия хотя бы раз куда-нибудь свалиться? Ну вот же, смотрите, уже есть 50 баллов. И что? Давайте попробуем ускориться. Не хочет у меня падать мой смешарик. Давайте уже до 100 дойду, и потом тогда упаду. Осталось тут совсем, в принципе, немного. Какой-то... О, вот. Это даже... Ну все, хватит, можно еще падать. Ладно, не буду я до 100 доходить. Мне же правильно, нужно было всего лишь 50. Ты достал сундук, скорее открой его, чтобы спасти Джибера. Ты заработал 80 баллов и награда, ну в принципе да. Можно было дальше не идти, награда маленькая. И что теперь? А, я еще не открыл его. Так. Ха, прикольно. Это совунья, да? Ну и вид у тебя, успокойся, порази корень пустырника. Да вы издеваетесь, совунья, все это время меня разыгрывала ты? Да, я, между прочим, розыгрыши очень полезны для здоровья. Я превращаюсь в смешарика в лужи, тоже полезно. Хо-хо, ну подумаешь, немножко пошалила. Я же не крош какой-нибудь, и уж точно не ежик. Эх, совунья, совунья, давай вернем все назад. Ну, конечно, вернем. Приходи в Сити, разберемся с твоей лужицей. Иду, иду. Так, Сити, Сити. И что здесь? Расколдуй лужу. Ага, еще нужно расколдовывать. Хо-хо, давай прочитаем маленькое заклинание, чтобы расколдовать лужу. Прочитай текст в отражении лужи и напиши. Итак, что у нас там? По-моему, если читать зад... ну, с правой стороны на левую, так, получается весь апрель. Стоп. Апрель никому не верь. Как-то так. Упс, кажется, заклинание сработало не так, как я думала. И что же это значит? Улыбайся, чиз. Так, стоп, что? Я улыбаюсь, когда смешно, а сейчас вот совсем не смешно. Мы тебя разыграли, весело, правда? Все это время мы водили тебя за нос. А как же лужа, как же записка, стражник, пират, сундук? Мы старались, лужу вот Эй-Джей в ведрах натаскал, а пиратом был Сумрак, а Нюшей была Сяо Мяо, которая научилась даже говорить без ошибок. Ух ты, Сяо, а можно послушать? Конечно нельзя, мы снова тебя разыграли. Я вот сейчас обижусь и уйду. Извини, извини, мы приготовили для тебя подарок. Спасибо, подарки, конечно же, я люблю. И что у нас за подарок? Так, нам было очень весело, ты главная звезда наших розыгрышей. Так, смешутка лужа и смешутка сюрприз. Даже не знаю, какую выбрать. Получи второй подарок, участвуй в приключениях снова. Ну, ладно, меня тут просят выбрать лужу. Выберу. Так, кликни на волшебную палочку внизу экрана и затем на смешарика, которого хочешь разыграть. Понятно. Что, все, прошли. Куда это меня опять закинуло? Открой меня. О, и что? Нужно было испугаться? Ну так это ж мы уже... В принципе, читали. Почему меня опять сюда кинуло? Так и хотят, чтобы я купил карту. Ладно. Квест мы прошли. Можно сейчас на ком-то спробовать. Шутку. Вот это она, да?
понятно, да. Прикольно. Ладно, ваши заказы. Ничего страшного, если мое место тут занял. Не беда. Меня все равно виднее. Так, надо, кстати, переодеться. Или пускай я буду в этом патефоне. Я злой, я очень злой. Ха-ха-ха. Почему же? Так, как дела? Это понятно, спасибо за пожелание. А, сними игру VIP Пингвин. Это, по-моему, то, что говорилось, клуб пингвинов. Но там же исчезла русскоязычная поддержка, поэтому начинать мне в английскую играть как-то не по приколу. А, скажи, пожалуйста, ты будешь продолжать снимать зомби против растений? Ну, как бы да, хочу ее записать. Я тут еще на компьютер скачал прикольную игру тоже про зомби. А, ну, ее запишу сразу после этой, которую сейчас записываю. Вот понятно, почему Кенни Герли такой злой. Заболел, температура. Пожелай здоровья, конечно же, выздоравливай. Не будь таким злым. Так, ты играл в Майнкрафт? Ну, играл немного. А, ну, как-то мне нету времени просто играть в то, что я хочу, потому что записываю в среднем 3-4 видео в день. С обработкой это очень много времени занимает. На то, что нравится, именно хотел бы поиграть, нет времени. Назови клуб «Райский уголок». Кажется, для такого клуба самое то. Ну, возможно. Возможно. Так, привет Хлое и Наташе. Так, меня постоянно всем не угодишь, просят поменять шоу. Я, по-моему, такое еще не покупал. Давайте куплю, в принципе, все равно смешинки есть. Сразу куплю, чтобы было навсегда. И поменяю. Ну, если кому-то не понравится, то что ж. Поменяю потом еще раз, Такая вот история. Нужно всегда все менять. Ну да, это, конечно, совсем такое простое. Совсем на любителя называется. А, ну, в общем. Кому не нравится, сори, в следующий раз поменяю на какое-то еще новенькое. Как раз видите, я купил шоу, и у меня процентов 20 или сколько-то этого опыта поднялось. Так что куплю штук 5 шоу и подниму 38 уровень. Ну что ж, друзья, на сегодня будем прощаться, не буду затягивать этот обзор. Если вы смотрели прохождение квеста и он вам понравился, то поддерживайте наш канал и это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте делиться с друзьями, а также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Очень скоро новая серия прохождения Шарарама и другие интересные игры, в том числе и про смешарика на нашем канале. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока!